Сегодня Орли Чонтея чествуют тренеры и друзья-спортсмены. Орли боролся за бронзу на Олимпиаде в Рио, но занял лишь 4-е место. Спортсмен переживания не скрывает, сильно волновался. Я переживал много, это сыграло большую роль. Я поднимал в рывке и 160 килограммов, но вот что-то пошло не так. Вскоре вновь тренировки, а пока чуть-чуть отдохну. За сборную Казахстана Орли выступает уже почти 6 лет. Спортсмен получил казахстанское гражданство и планирует и дальше представлять нашу страну. На Олимпиаде в Рио Орли вошел в группу сильнейших, но в борьбе за бронзу уступил тайцу, не удержав штангу весом в 150 килограмм. Тем самым казахстанский тяжелоатлет занял 4-е место. Впереди тренировки, подготовка. Я надеюсь, что в будущем буду приносить своей сборной только победу. И, конечно, моя цель – следующая Олимпиада. В копилке спортсмена множество весомых наград. Орли вошел в шестерку лучших на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Алматы. А в Хьюстоне в 2015 году взял серебро в рывке, подняв штангу весом в 132 килограмма. По словам тренера, Орли Чонтея в весовой категории до 56 килограмм является одним из лучших в стране. Такие спортсмены в таком весе 56, посмотрите, какое сложение. У нас никогда в Казахстане такого мухача не будет. Какие надежды на него возлагать? Впереди еще Токио. Ну, я думаю, через год на мире медаль будет. На достигнутом Орли останавливаться не собирается. Впереди долгие тренировки, главной целью которых является участие на Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году. Шудин Саидов, Талхат Абдинабиев, Шадияр Зейлхан, информационная служба телекомпании «Утрар».